Жека, пошел ты, понял? Грош цена такой дружбы. 10 лет с тобой дружил. От кого, от кого? От тебя не ожидал. Да что я сделал? Я вообще не понял. Черт, снимай. Баста, хатырмаш, я же сказал тебе, никуда не пойдешь. Ладно, Бека. Че, пусть идет куда хочет, че ты? Ох, бля. Не туда зашел. Че сейчас происходит, братишки? Разворовали страну эту. У меня 6 детей, 3 кредита. Жена еще мне... Стоп. Интересно все, на пару грек. Ладно, давай. Ни с кем не поговорить. Опа! Братишка, давай спросим, куда, хорошо? Все, давайте. Куда? Жароко и Ясауи, 200, брат. Опа! На свадьбе были в Чимкенте. Я-то привык, у нас в Караганде 3 часа начинается днем. Молодой человек, мы приехали. Все. Максим, отдушите, рахмет большой. Я не Максим. Максим — это сервис заказа такси, я Назим. Все, рахмет Назим. Опа! О, давай вот этого заберем по-братски, по пути, если, пожалуй. Куда? Опа! Вчера мы вместе с Искандером спали, выбрали топ лайфхаков, которые нам кажутся. Алло. Алло, Ратушка Лайсина. Да, нормально. Че грустный такой? Отдыхаю. В Лос-Анджелесе купаться собираюсь, видишь, ножки смочить пока. Кожа жирная все стала. Ты че, как? Загораетесь тоже? Как у вас? Нормально все? Причин. Пошел нахуй, Ратуши, засаживайся. Хватит всем, брат. Тихо, брат, мама звонит. Да, мамусь. Алло, балам, что делаете? А я вот у Жансирика дома. На Жансирик деген бала что-то мне не очень нравится, балам. Сол баламен арласпай койшы, а? Да, мам, хорошо, сейчас подожди. Что-то намайт, мам, бұрында да намавек, қазы учо намайт. Арлас... Алло. Хорошо, мам. Братан, енді өзім осында жек сұрым болып жүрген. Я не виноват. Подписка. Твой алкаш с района 2. Дядь Лёха, как дела? Как в сказке. Братишка, угости сигареты, а? На, держи. О, спасибо. Да всё. Беги быстрей. Фу, ё-моё. Все, спасибо. Давай. Бог хранит тебя. Чё, как, дядь Лёх? Долбоёб, блядь. Позорит нас всех, сука. Нифига, дядь Лёх, вы чё, ещё подтягиваться умеете? Конечно. Как говорится, заводь я о теле, но что, я все равно бессмертно. Че, бомжара, че лежим? Я че, мешаю, что ли? Не трогай бы. Ну а че ты на лавочке обоссался? Пошел нахуй. Жизнь, она как туалетная бумага. Вроде длинная, но тратишь на всякое говно, бля. Гордость полными вагон. Что, позалипаем? Да. Давай. Казахстандағы донердің королі Жека Фэппали. Это муж. Шкаф, быстро. Штаны. Куда ты? Вот так тяни ты живот свой. Да я потянул воздух. Рыбя, понял? Дальше. Уважаемые толстяки, не надо ходить чужим женам, а то муж раньше времени вернется и хрен куда спрячетесь. Я вам серьезно, прям некуда. Эта жизнь не для толстяков. Как ваши дела? Как бизнес ваш? Все хорошо. Вот у меня сейчас уже 2 точки тут есть. О, красавец. У меня 3 здесь, 2 на монтажке и 5 на левом. О, уже тебя осталось. Как ваши дела? Нормально. Это что у вас? Выручку считаем. Держись. Это тогда мне 5 человек надо, чтобы вот так мои тетради таскали. В смысле? Мой кассовый аппарат у меня в телефоне. Кстати, Жаки у нас крупный бизнесмен. У него 3 ресторана. Ты че?
5 магазинов! 10 из 100! Ты чё, всё, хватит, я умру! Подумай то, что понтуешься, чё? Я полосе, конечно. Можно? Куда-нибудь пообедать сходим? Давай-давай! Ещё один. Салон красоты ещё один. Салон красоты! 5 салонов красоты! Кель, чашки! Черт возьми, Стэнли, это ты? Господи, Томас, ты напугал меня. Родион, это ты? Святослав? Елисей? Кто это? Твою мать, Барсик. Ярская, бисмилля. Где он там? Да вон он сидит. Эй, как сын, братуха? А? Смотрю, кажется, ты хаваешь, капучино пьешь, а долг не возвращаешь. А то сейчас денег нет, мне время нужно. Йо, покажи-ка. Вот так с тобой будем разобраться, понял, эй? Братуха, голова два уха, ну-ка встал. Встал! Простите, пацаны, я больше не буду, а что, я поставлю все бабки, пацаны, отвечай. Ну что, ты понял, что мы серьезные люди, а? Надо будет пальто, дубленку, все сожжем, блин. Ой, мы хуже, чем моль. Най, возьми рубашки. Бабки поставишь? Поставлю, только сейчас нету денег. Блин, не понимаю, джинсы снимай, давай. Не, не, пацан, только не джинсы. Джинсы снимай. Не, 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 пацан, пожалуйста, рубашку не жалко, она в барахолке. Джинсы брендовые, пацаны, джинсы брендовые. Так, девушка, успокойтесь. Мы составили фоторобот человека, который вас изнасиловал. Это он? Нет. А вот так, он? Не похож. Вот так похож? Это вообще другой человек. Может, вот так? Он, да, да, просто. Так, все, найдите этого человека. Соберемся, да? Толпой, что ты? Блин, пацаны, митинг разрешили. Наконец-то! Толпой, соберемся! Правда, митинг мирный. Че? Мирный митинг разрешили. В смысле, с плаката можно выходить, что ли? Можно, но он мирный. Подожди, тогда этого не будешь, что ли, скручивать митинг? Ай, бай, помогите! Никого за ремень поднимать не будешь, что ли, тебе? Не будет, не будет. Интернет включать не будет. Тоже не будет, ничего. Нафиг это надо? Ещё надо нету. Адреналин нету, ёлки. Наверное, я не знаю, пацаны, я не пойду, как вы, блин. Видишь, скучно же. PlayStation поедет играть? Пойдём, Юха? Да. Мирный PlayStation. Так, я не пойму, где режиссер? Звукачи, звукачи. Так, за камера, кто смотрит? Операторы, где операторы? Чтоб в кадре никого не было видно. Уберите лишних людей отсюда. Так, актеры, где актеры? Я актеров не вижу. Извините, вы кто? Охранник. А что вы тут делаете? Ничего. Микрорайда?